Документальные фильмы о жизни и традициях русского севера представили в Новосибирске. 3 года назад первая картина московских авторов вызвала большой ажиотаж. Новая обещает не меньше эмоций. Что такое русский север и зачем жители городов бросают все, чтобы там жить, узнала Екатерина Макаркина. Не умрет это место. Погибающие церкви, невероятная природа и люди, живущие так же, как и 100 лет назад. Об этом 2 документальных фильма, привезенных в Новосибирск. «Русский север. Край для большинства. Неизвестный». Это Онежское, Ладожское озеро, Архангельск, Вологодская область, немножко Карелии. Это все вот эти края. И они, конечно, невероятны именно по истории. То есть, если вы хотите попасть в место, где пахнет Русью, вот почувствовать себя русским, пока в России, наверное, это, нескромно скажу, единственное место, где можно сделать. На съемке фильма «Атлантида русского севера» режиссера Софьи Горленко деньги собирали всем миром. Почти 1 000 000 рублей. Главное в нем – человеческие портреты. Тех, кто прожил в мистическом крае всю жизнь, и тех, кто сбежал сюда из душных городов. Что мы здесь делаем? Да мы ничего не делаем, просто живем. Да? Ну, они сначала подозревали там всяческое, может, у нас нефть на участке. Фильм, как и многие хорошие документальные фильмы, уникален прежде всего своим материалом. И этот материал оправдывает все. Оправдывает тенденциозность, идеологию, вот некоторую такую однозначность в подаче этого замечательного материала. Но главным остается этот материал. Авторы фильма и сами участвовали в восстановлении северных церквей. Отдельное удовольствие для зрителя – почти гипнотические пейзажи и авторская музыка. Я сама очень люблю что-нибудь снимать там именно с эстетической стороны. И вот здесь эта эстетика определенно была. Очень красивые кадры, насыщенно так. Ну, мне понравилось именно с этой стороны. Очень красивая природа и вообще. Еще один фильм этих же авторах – «Сказки о маме». Более тонкое, волшебное кино с русалками, лешими и духом русского фольклора. Эту картину можно увидеть в кинозале «Синема». Екатерина Макаркина, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.